Третьяковском районе края введен карантин в связи с появлением опасного заболевания – бруцеллеза. По информации Управления ветеринарии Алтайского края, хроническую бактериальную инфекцию выявили у животных в селе Плоское. Сразу же после обнаружения объявили карантин, то есть комплекс ограничительных мер. На территории села запрещены выпуск крупного рогатого скота и заготовка кормов. Напомним, бруцеллез – болезнь домашних животных, которая передается и человеку, прежде всего через употребление мясо-молочной продукции. Заболевание вызывает поражение нервной, сердечно-сосудистой системы и костно-суставного аппарата. Снять карантин обещают после полной ликвидации зараженных животных и завершения дезинфекции.